Всем ходор, с вами я, Нак, и мы продолжаем прохождение Лего Гарри Поттер с 1 по 4 год обучения. У нас тут уже заключительная часть 2 года. И мы должны вместе с Гарри, Роном и, видимо, профессором Локонсом попасть в тайную комнату. А, вот. Видимо, направляемся в сторону... А, вот профессор. Ждет нас, как ни в чем не бывало. Да, это мы в кабинет защиты от темных искусств. Вы заметили, у Локонса уже не первый раз прическа начинает сползать. Какой лобный взгляд у него. Вот, третий раз. Хотя, может быть, и больше. Итак, Василиск здесь. Тайная комната здесь. И мы опять в туалете девочек. На этот раз здесь часть открыта, но уже детальки необходимой нету. Ладно. Видимо, у нас здесь понадобится короста. Сколько здесь бутылок-то? Окей. Видимо, нам здесь понадобится короста. Судя по тому, что мы видим. Давайте поможем сразу волшебнику. Или не поможем? Не, поможем. Это считается за поможем, правильно? А что же у нас здесь? Для чего нас сюда заставляют? Ну, видимо, не для чего. Пока еще. Полочки для того, чтобы я мог получить вот эту вот деталь, висящую сверху. Которая сразу добавляет 10 тысяч. Нифига себе. Ладно. О, Плакса. А что мы с трубами сделали? Ой, она в меня влюбилась. Это так мило. Все уже не любит. Разлюбила. Любовь так скоротечна. Или все же любит нас. А ну давайте посмотрим, могу ли я за Плаксу Миртл играть. Нет. А жаль. Так, а какие, кстати, у профессора есть заклинания? Ну, в принципе, стандартный набор. Плюс патронус. Ладненько, давайте возьмем коросту все-таки. Хотя, мне кажется, вот я еще не все взял, что нужно. А может быть, оно просто будет постепенно открываться? Все испытания связаны именно с... Да, так оно и есть. У нас появилась кнопка, которую нам явно нужно активировать. Ладно. Допустим. Так, короста, извини, но пока что мы без тебя. Вот, смотрите, я здесь что-то пропустил. Понятно. Прибраться, конечно же, нужно в туалете. Это забавно. Метла пытается избавиться от Гарри. Ну, здесь вроде бы ничего больше такого. Ой. Мне страшно представить, чем там девочка занималась. Но мы не будем об этом. Да, все нормально настало. И давайте еще здесь заодно. Здесь ничего. Хотя чего-то явно не хватает. Магии не хватает.
Переключаемся обратно на коросту. Какие же страшные туалеты в Хогвартсе. Из одних змеи лезут, из других... Такое ощущение, как будто Хогвартс в Австралии находится. И что я должен делать с этой тыквой? Видимо, это не тот случай. Окей. Теперь вантус, на котором можно сидя передвигаться. Технологии. Угу. Из этих частей мы явно что-то можем собрать. Правда, не видно, что мы собираем. Это все происходит за кадром. А, мы собрали умывальник. И открывается проход в тайную комнату. Ну все, Плакса Миртл. Не поминай лихом. Кстати, а Плакса Миртл могла бы взять и помочь в такой ситуации. Хотя, ну, у нас здесь не было про почти безголового Ника, ведь он тоже пострадал от Василиска. И полетели вниз. Куча различных костей, из которых мы можем собрать скелет. Ну, мне кажется, это именно то место, где надо такое делать, да? Именно здесь не хватает музыки, веселья, радости среди огромного количества трупов. Хотя, насколько я понимаю, в книгах и фильме, насколько я помню, могу ошибаться, конечно, в данную секунду, но здесь были не человеческие трупы, а, ну, скелеты, а скелеты различных крыс, мышей и прочей мелкой живности. Но... Это же Лего. Гарри, куда ты поплыл? Тя... Ну ладно. Это было странно. Нам нужен мост. А, кстати, вот сброшенная шкура Василиска. Только сейчас обратил на это внимание. Не, никак. А профессор Луканс умеет у нас, по идее, что-то делать с этими сундуками. Нет? Да ладно. Ну, хоть чуть-чуть. Ну, взорвать их. Не? Ой, ну давайте на вандусе покатаемся. Ой. Свистать всех наверх. Я не знаю, что мне с ним делать на самом деле. И что я должен... А. Не, ну это не слишком гуманный способ. Но зато у нас появились детали.
Допустим. То пенек ходит сам по себе, теперь мост ходит сам по себе, то Гарри падает. Надеюсь, я неправильно просто... Да. Не обращаем на это внимания. Я должен понять, на каком уровне у нас находится этот мостик. Отлично, я справился. Пусть не с первого раза, но справился же. Довольно стильный лифт. Ой, бедный профессор. Лицевая анимация забавная. Профессор уже устроился, ему хорошо. А вот и Джинни. Жизнь, которая угасает потихоньку. Том Реддл, лорд Волан-де-Морт. Опять битва с боссом. Не знаю, что надо делать. Лазерные выстрелы. Чё? Гарри, ты, наверное, тоже давай бочку. Ой, минус Джинни. Я не особо понял, что от меня требуется на самом деле. Но, видимо, спрятаться. Джинни, ты чего не спряталась? Так, Джинни, сиди. Да что с тобой? Ладно, Джинни и так незаметно. Чтобы разбить эти камни, потребовался сильный удар. Отлично. Что дальше? Окей. Для чего это было? Вот для чего. Видимо, нам нужно зелье собрать. Ну, ладно. Знать бы где. Знать бы где оно собирается у нас. А, вот. Ну, спасибо. И нам нужен еще скелетик, да, вроде бы? И вот у нас тоже что-то закрыто.
Ой, чуть не утонул. Понять бы, что от нас требуется. Ну, я так понимаю, потянуть за рычаг, правильно? Все, это сделали. Дальше что? Гарри даже глаза не закрыл. Теперь Василиск нас не видит, но может слышать. И нам нужна шляпа. А где шляпа? Я не обратил... Шляпа вон у нас сверху. Соответственно, нам нужно пропрыгать туда. А чтобы пропрыгать, нам нужна платформа. Пока Феникс пытается справляться. Так, ну это не сюда... Почему мы на таком расстоянии не можем притянуть? Хорошо. А, все, Том Реддл платформу поменял. И теперь мы, по идее, можем попробовать что-то сделать. Вот оно как работает. Василиск, ты не хочешь примерить шляпу, там, понять, за какой факультет ты будешь сражаться? Нет? Ладно. Нет, так нет. А куда меч улетел? Ой, меч вернулся обратно. Ладненько, возвращаемся к нему. Я, видимо, уронил его. Я, видимо, его просто уронил не вовремя. Он опять упал. Вау. Гарри, не зависай. Наконец-то. Здесь Джинни оказалась более сообразительной, чем Гарри. Еще и злая. Не-не-не-не-не-не-не. Заигралась. Заигралась. Ну, с кем не бывает.
уровень пройден. Мы даже умудрились один герб факультета собрать. Рон все задрожали, да? Ой, Добби, бедный. Интересно, как они сейчас покажут сцену с носком? Хозяин дал Добби одежду. Носок. Деталька с изображением носка. А, у Люциуса розовые трусы. Окей. Вот и Гермиона вернулась. Блин, сцена один в один, как в Гарри Поттере. В фильме втором, «Тайной комнате». И вернулся Хагрид. Вот и второй год у нас закончился с вами. А на этом все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять свои комментарии и приходить ко мне в гости на трансляцию на Твиче. А с вами был Янок, и всем ходор!